Пермском федеральном университете состоялся традиционный турнир «Спортивный первокурсник», который собрал 380 участников из разных структурных подразделений и филиалов вуза. Проводится турнир по видам спорта, по командным видам спорта, что мы хотим всех ребят объединить. Почему это первый курс? Ребята вот только поступили в университет, перед ними много чего неизведанного, и мы им хотим показать, что в университете есть большая возможность заниматься спортом. Всего в турнире приняли участие 38 команд, которые сразились в трех видах спорта – мини-футбол, баскетбол и волейбол. Главная цель состязаний – приобщение студентов к здоровому образу жизни, занятиям спортом и активному отдыху. Собираются ребята абсолютно разные, со всех вузов Крымского федерального университета. Здесь есть и врачи, есть и спортсмены, кстати, есть и строители. Но объединяет их что? Их объединяет спорт. И здесь, конечно, не профессионалы, а ребята, которые пришли получать свое профессиональное образование. Но здесь фишка в чем? В том, что они, независимо от своего профессионального направления, они должны понимать, что командная работа, она должна быть везде. Первенство по баскетболу одержала команда физико-технического института КФУ. Лучшими в футболе и волейболе стали участники команды факультета медицинской реабилитации, физической культуры и спорта КФУ. Алия Боджек занимается волейболом уже 4 года. До этого девушка увлекалась танцами, бегом и плаванием. Сегодняшний турнир стал для нее доказательством того, что спортивное направление – правильный выбор. Мы пришли к спорту, потому что это наше жизненное хобби. Мы поступили на физвоз, пришли на соревнования, каждый день усердно тренировались, набирали команду, набирались опыта и пришли сюда побеждать. Заняли первое место и дальше будем участвовать и доказывать, что мы самые лучшие. Турнир «Спортивный первокурсник» проходит в университете уже второй раз. В этом году он приурочен ко Дню народного единства. Елизавета Черкашина, Дарья Савичева, Никита Шостак, Константин Гречихин, пресс-служба Крымского федерального университета.